Сезон 16 подходит к завершению. В этом видео мы откроем 12 наборов кочевника, 10 наборов рун, подарочные сундуки, ну и, конечно, сундуки Тан. Кучу шкатулок Тан. Ну и завершим красиво этот сезон 16. Погнали! А где находится король Сигурд? В походе он, ёп! Окей, спасибо. Ха-ха-ха, грязь. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. Скол! Скол! Это Фростбор. На момент записи видео 4 дня 14 часов. У тебя еще есть возможность закрыть сезон, взять топ-награды, ну и пофармить этих чудных чемоданов, ёл-палы. Фонарики это легко. Оп! Плюс 2! Забрать немедленно! Ну и. Да, вот здесь я чуть-чуть отстал, короче. 80 очечей. Почти 33-й левел будет, когда я закончу. Ну, тоже хватает время, если тебе нужен удильщик. Ну, как минимум для коллекции, да, всех этих пацанов интересно было собрать. Я пропустил, к сожалению, дракончика для танка, но вот этого парня я не упущу. Для иллюзиониста, мало иллюзиониста. Закрываем сезон красиво. Давай сразу с самого вкусного. Сундуки Тан. Пошла жара. А, говнище. Ха-ха-ха. Блиночки, ребята. Ну, дай. Да вы чё издеваетесь, а? Щит и меч эльфов. Шикарная вещь. Ёл-палы, как и боевой посох. Но вот этот розовый грифон мне не сильно интересен. Поехали дальше. Наборы наборы рун. Если ты под рунами, ты красавчик, да? Заруненный персонаж, это тебе не в тапки гадить, да. Мешочки с рунами, но тем не менее, да? Бывает и на твой класс выпадает, ну и вообще, мы же играем с тобой не за один класс. У нас с тобой миллионы классов. Так, в общем, поехали дальше. Подарочные сундуки. 15 штучек. Здесь тоже может мешок с руной выпасть. И вообще как бы все в котел, да? О, хорошо. Когда начинаешь пвпшиться, развейки улетают вообще как вода, ёл-палы. Короче, это все, да? Не лишнее. Фу! Ну. Че ну. Давай осколки рун уже докрафтим. И последние 4. Чик. 53 руны. Неплохо. Ой. Че ой. Прям сразу вот. Не в бровь, а в глаз, блин. Урон по монстрам громила-магромила. Ну это шикарная руна. Ну че тут думать. Оп. Хорошо. Урон по монстрам 16,5%. И урон оружием 1,75%. Прикинь, почти 20% урона по монстрам, громилыч. Я тебе говорю, руны это серьезно. Защитник, пвпшная вообще руна. Пвпшные считаю, блин, это самые крутые. Стрелок, ледяной маг, блин. Так, короче, иллюзика мне давайте, громилу давайте. Оп, иллюзик, говно какое-то. Оп, иллюзик. Хорошо, предел хп дали. Еще говнище дали для иллюзика. ПВЕшных. Дуэлянт. Ледяной маг. Огненный маг. 2 ПВПшные руны. Че, все что ли? А я кликаю. О, блин, руны это такая штука, да? Они очень быстро. Клик. Иллюзионист, урон по монстрам. Блин, я не знаю даже, что тебе сказать. Мне на него надо было не по монстрам. Но зато вот. Оп, плюс 1 хп добавили, да? Ну так себе, говна надавали, если честно. Гуамна, блин. Ну и переходим к завершающим. 12 наборов кочевника. А это что такое? А это еще одна очень крутая фишка, как руны, которая раскачивает тебя. Петы, конечно. Здесь самое важное это петы. Лошади. Да вы чё, ёб? Ха-ха! На неужели, блин?
Говно дали. Вот эту мне давай, лошадь второго ранга. Ёлки-палки. Оха, оу, ёл-палы, бинго. Лошадь второго ранга и золотой вепрь. Но это полное дно. Лошадь в броне, это что попало? Да, все очень быстро заканчивается. Слушай, что есть, то есть. Стираем мы этих лошадей моментально, блин. Пурпурный, королевский грифон, ёб. А, розовый для девочек, посмотри, какой красивый, обалдеть. Ну, мне, конечно, он не интересен. Так, вот этого, значит, в расход посылаем, да? Лошадей в расход. Барашек, даже не знаю. У меня уже есть один золотой фантастический вепрь. Для моего Громилыча прям, смотри, урон тяжелым оружием, да? Теперь, мы его попробуем сейчас, значит, скрестить и сделать из него что-то фантастически эпическое. Ну и красный огненный элементаль. Ему сейчас тоже накинем левел. Но только после того, как откроем шкатулки Тан. Время еще есть пооткрывать и их. Да, чик, еще один ключик успею взять. 10 ключей Тана, блинчики. Пошла жара. Оу, хорошо, хорошо. Да, его подрезали этот меч, но как он был крут, так он и остался. Я копил, чтоб с тобой красиво это все безобразие пооткрывать. Все, приплыли, и чё? Взламывать ли? А чё делать-то? А чё делать? Целитель, ПВПшная руна. Поехали. Когда взламываешь, дают гуамно. Это понятно. Ну как бы, а чё делать? Я оставлю сейчас два ящичка. Всё остальное в котёл. О, ёб, все открыл. Увлекся процессом. Ну, что поделать, так бывает. Слушай, я доволен. Доволен? Блин, ну, безусловно. Мне как раз луки нужны. Я в ПВЕ играю за этого красавчика. Между делом, да? Лук эльфов. Слушай, это просто какой-то обосрин. Блин, серьезно? Да. И при этом у меня не максимальный урон. У меня, к сожалению, нету штанцов драконих. Если ты не видел прошлое видео, обязательно посмотри. Я не виноватая я. У меня отобрали штаны наглым образом. Все, погнали, погнали. Не могу тебе не показать, что творит лук эльфов. Это просто восхитительно. Смотри урон. Куда смотреть? Блин, ну не говори, что это не круто. Просто он косит вообще со страшной силой. Я не знаю, мне кажется, это очень крутой лук. Давай еще раз. Дубль 2. Блин, это очень круто. Ну прям вообще. Рвет. Великан живет буквально несколько секунд. Посмотри. И повторюсь, у меня еще нету штанов драконьих, да? Были бы штанишки драконьи, вообще восторг бы. По рунам ни о чем. Следопыт у меня по рунам ни о чем. Урон оружием 1, по монстрам 3,75. Ну всего 5% по рунам. Маунт хороший. Урон луком, урон лесные локации по монстрам, да? Так, ладно, поехали. Пора заполнять души. Штаны ученика. Осколок рун. Но сразу после того, как скрестим маунтов. Ёлы-палы, давайте, мужчины. Да, чё хочу? Хочу для громилы красавчика. Уже есть секирка, да, 7. Хочется еще, значит, урон по крипам, либо там в лесной локации. Ну, чё мы такое. По крипам было бы идеально. Фух, давай, друг. Давай, блинчики, кабан-макабан. Не понял? На одну секунду оглушает всех противников, попавших в зону поражения. Нифига себе, и урон 75. Хо-хо!
Чё это такое? Ну это типа топ-скилл кабаней. Вообще, вот мне просто говорят, мужчина, вернись за Громилу, вернись за Громилу. Ну, в смысле, как за основного персонажа, да? И прям играть везде ПВП, не ПВП. Королевский Грифон, а в чем их прикол? А их прикол вон в чем, посмотри. Урон по альвам, сопротивление бутылям, сопротивление тяжелому оружию. Это чисто вот для подземелья альвов, да, грубо говоря, мужчина. Блин, ничего не скажешь, кабан забавный вообще попался. ПВПшный парень, да? Оглушающая волна. Ну ладно, чё-чё-чё, кого еще? Вот этого красавчика все-таки я скрещиваю. Что-то так жаба давит, а? Вот как, ну ты понял, да, на удачу. Я недавно скрестил на 70% и нифига мне не дали. Поэтому давай-ка вот так. Чтобы увидеть 100%. Кито, боевой посох, 7%. Что получится, если скрестить грифона, барана, дерево и кабана? Вообще такое уродство, да? Давай не будем. Ха-ха-ха, ну это слишком жестко, ёл-палы. Мутантище выйдет. Финальные 4 дня. Продолжаем бомбить и закрываем красиво, по максималочке. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался, подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках Twitch, Трова и YouTube. Удачно тебе закрыть сезон. Пока-пока.